Ёбаный насос. Ёбаный насос. Любви достойна мать, только ёбаный насос. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здрасте, Славик. Бля, рыба на тебя похожа. Здрасте, здрасте. Тупо на тебя. Там что, брательник наш там, все? Пучикала, фукулюлю. Да пиздец. Фукулюлю, фукулюлю, говорит, пучикала. Это пучикала, говорит, схавала. Набились буви. Ага, я понял, все, я вспомнил. Погнали. Надо ехать играть, типа, как мы гусями по любасу. Шашки шаришь играть? Чупкала. Там что-то другое, вот, по-любому. Тортегуга? Я занюхал палец. Рыбу надо споймать. Рыбу? А, типа, рыбу-рыбу. А, вот, а это что такое? Бать, тут прям фауна вся описана, прикинь. Да. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Там листал, да? Да вроде да. Но я эту рыбу не вижу. Ну или какого-то. Ну ладно, мы сейчас, может, там дальше поплывем, будут какие-то намеки на это все. А куда мы плывем? Не знаю. Мы же в прошлый раз сюда не плавали, может, тут есть куда. О! Чой! Ну вот, сука, жидливая, ты прикинь. Каченги. Покачуну бедири. Я бы после нее не брал бы эту хуйню в рот. Ты прикинь? Как-то легко она нам достала. Надо плыть туда, ты их не возьмешь, ни хрена. О. Этих дырников надо проплывать дальше тоже. А я такой, он зажимаешь, он быстрее плывет, что ли? Набили с буби. Ну как это нано из буби? Вот нано ну, из буби. Знаешь, у нее в кармане есть. Да, не говори, как постоянно подсказывать приходится. А, так там типа развлекаются. А, вот, кстати, вот тут по картинкам. А, можно с него играть. Да, да. Ёпта его. О, вот это мы, наверное, заберем. Да тяни, Мэй. О. О. А, это сейчас надо... Дой, знаешь, что еще? Удочку забрать у деда надо. А удочка надо еще. Рыбу споймать. А, для этого, да, да, он точно что-то. Эй, человек типа... Всё, Элен. А я, подожди, а червяк ему нужен? Эй, человек типа? Всё, Элен. Говорит, ебало. А вот червяк. А как его поймай? Не знаю. Это надо по книжке как-то почитать. А ну, нажми это, что смотреть, что это значит. А, надо выбрать, кто типа червя хавает или ловит. Бля, надо, сейчас надо книги-то идти. О, как собака. Как собака. Так это Белла. Ну. Белиссимо. Так, давай книгу. Так. Муха-цикатуха. Это понятно. Давай дальше. Так. Это хуйня. О, вот эта вот херня, вот видишь? Угу. А этот вообще типа ничего не делает? Типа его не трогать, может? Оно, видать, типа превращается. Вот, вот это и нам надо, чтобы типа превратилось. Так, но это последний. Так, это мы сделали. Значит, плывем дальше за бутылочкой. Так. Так. Чё, пока ля-ля-ля! Хэнтэклок, сука, пацаны! Чё, пока ля-ля-ля! Забирай бутылицы.
Она не сидит. Сейчас малая нахлобучится прямо посереди моря. О. А это, видать, тот жук, да, самый первый, который? Да, да, да. Так, здесь, в этой локации нам делать больше нечего. Подожди. А если попробовать его на этой книге? Ага. Ты прикинь, какой я, блядь. У тебя, сука, не маленький дырник. А толк вот это? А чё не? Так ты, наверное, шевелине, не? Так, это первая, да, страница сейчас? Тут нихуя нету вроде. Следующая. Два. Типа это вторая должна быть или что? Ну да, походу. Бля. Подожди. Да сейчас ты ж хер запомнишь, бля. Да ёршик я запомнил, давай. Ёршик, бля. Сам ты ёршик. Погнали. Медуза. Так, это третья. Правильно? Да. Это что, медуза? А ты меня переспрашиваешь, типа, три, правильно ли это третья или нет? Это четвертая. А что первая тогда? Ну, логически, наверное, понял, подумать, если. Там их всего четыре. А, вот первая. Не, я просто думал, что больше никого не будет. Опа. Голова. Ну, от головы, типа, и до хвоста, правильно? Ну, 1, 2, 3, 4, ладно, это понятно. Голова и два уха. Ну, прыгай давай, Мэй. Мать. Не еби кабачки. Так, теперь шо? Первый у нас это окунь. Тихо. Правильно, окунь был первый. Угу. А второй у нас... Ёршик. Ёршик, да? Да, да. Ёршик. А, ёршик, вот, да. Да, не... не... Вот так? А, ну да, 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 да. Что ты мне, блядь, рассказываешь сказки? А дальше потом медуза была. Это медуза была, да? Да. Ну, без глаза, по крайней мере, точно медуза была. Ладно, хай будет медуза. Это. А четвертый шо? Медуза. Четвертый был... креветка была, блядь. Ну да, это то, что ни хрена не делает. Вот это. Вот это. И шо? Значит, может, не это. Может, вторая медуза другая. Не... Подожди, а может, там же как оно было? От одного, от головы и до хвоста. Ну. Блять, а хвост где? Может, она в обратном порядке должна быть? А, наоборот, думаешь, ну да. Сука! Ну попробуй другую медузу. Да не, не вот эту, еще. Вот эту. О! Ну, в принципе, все равно я был прав, правильно? Ебать, что за полурак? Что за птеродактиль, блин? Ух ты, блядь, вот это он флешанул так, а шо? Опа, все, червячка. Типа, гасанул только, по-моему. Тебе сейчас придется засунуть его. Прямо в задницу этого типа. В натуре задница. Не, не хочешь? Выбери пацана. А. Или не? Что ты там хотел найти? Что это было? Ему в рот, походу, надо червяка кинуть, понял? А, может быть.
Хорошо, что в жопе ладить не надо, блин. Э, Вась, закусон тебя принес. Блять, что серьезно? Блять, еще в воду каждый раз надо прыгать. Ну, на деда можно навести, алло. Чему на гоби шойлен? А я думал, он даст удочку. Он не... А, и рыбу дает. Так надо рыбу, наверное, засунуть и протолкнуть. Нет? Унитаз зацовывай. Ну так я хочу. Не, попробуй в унитазе прокачать, понял так? Ну, видишь, даже звук такой же, как я сделал. А ключ нахрена? Не знаю. А, кстати, ящик упал, он может залезть на ящик. Шмунтилюки, хейли! Веник надо? А, подожди, может рыба и типа хвостом рыбы пощекотай? Ебать, у меня одна идея лучше другой, да? Да-да-да. А попробуй выкинуть в анус это все. Ключ, ага. Наверное, как минимум можно. Так не, что он... Не, не хочет. Но он же до этого туда подходил, кричал. Да. Шмунтилюки, хейли. Отдай сестре что-то ты, Валет, ты сволочь. А если ключ? А может деду что-то? Не, вот именно что ничего нельзя делать. О, на анус было наведено так все. Да не было. Да было, вот. Рассказывает, ничего не было. Так ты рыбку, блядь. Пиздец. А рыбу надо тем кашелотам дать. А ключ попробую, может тоже можно отдать. Чтоб по 10 раз потом не этот, не плавать. Все через жопу, блядь. Ну. Все, заебись. Да я понял. Поняли. Подруга, блядь. Штаны поправь. А, о, блядь, джойстиком все-таки играй. Так, давай к пацанам. Сейчас они расскажут. Как брызгят просторы. Ага. Конченые. Рыбка. Бля. Типа надо в ряд сместить или что? Они постоянно как же-то придумывают. Я так понял, что он может только по прямой херячить. Да, типа только... Типа в ряд, походу. Походу... Так, так он... Сука! Так вот надо, понял? Так я также хотел внизу сделать. Да нет. А, ты думаешь, типа... Прямо втыкать, не так. Типа напрямую ты имеешь, да? Да. А в какую сторону? Слева или справа? Что слева или справа? На его территории. Он на твоей, а ты на его, как обычно. Давай вот так. А смотри, какие гуси. Да, хитрожопый. А если так? Не-не-не, вот того нижнего, вот этого, да. Теперь его вверх.
Да я думаю, в любом раскладе типа собрать можно. А, или нет? Хайтактер стоит, все, хайтактер стоит. Тебе надо как-то того синего сдвинуть. Но его сдвинуть только можно... Нет, этого не убирай. А, ты понял, давай... Мы сейчас его уберем. Ну понял, вот так будет. Да, да, да. Ну, и мы сейчас этого отодвинем, он попробует... Блин, он сейчас... А если он сейчас в натуре... Ну, я ж тебе что и хотел сказать. А я тебе говорил, блин. Да ты додик. Ты, сука, додик, что я тебя слушаю? Чисто, сука. Манелла, блядь. Так. Так. Понял, что я хочу сделать? Что? Ага, вот так. Вот сука. Ты вот можешь на своем же месте стать просто вчетверех. Где? Вчетвером. Так а он ну, сейчас вот... вниз этим синим спустится, и я проиграл. Ну так ты возьми верхнего поставь, чтобы он не спустился вниз. А как я верхнего поставлю? Назад ты больше нельзя. Все, назад возвращай. Полностью назад. Конец, на свою, да, вот так. Так я ж... Блять. Я ж не видел, что там с той стороны. У тебя плазма, блять, здоровее, чем мой монитор. Я так из-за того, что здоровая, мне наоборот тяжелее. Тяжелее его. Я смотрю полностью по ней, понял? Ну, пока я перебегу взглядом, а ты смотришь просто прямо и больше ничего. Так, короче, иди ты, Иванус, понял, к той рыбе. Сам делай, что хочешь. А ну если так? Вот сука. Понял, что я хотел? Хотел, чтобы он вниз опустился. А если так? Блять. Бать, тут уже жесткие шахматы начались, я тебе отвечаю. Ставь того, понял? Быстро справа сверху ставь налево. Шо-шо? Справа сверху, справа, знаешь, где право? Самый верхний в углу стоит. Вот этот? А, или верхний? Нет, верхний, да, назад его ставь. И шо? Блядь, шо ты, блядь, ты специально, что ли? Блядь, ты как подсоветуешь, это пиздец. Я хуя. Я хера знает, я просто понял, за ними не слежу, я смотрю только, чтобы как тебе стать, понял? Блять, говорит, стань, себе не стал, я бы не проиграл, нахуй. Там тупо получается еще в один ход, и ты выиграл бы, но я же не видел, что эти гуси там стоят. Пиздец. Ебать, ты именно дольки кабана, сука, отвечаешь. Главное, чтобы вот это прогнать, и чтоб... Понял, я мог поставить, вообще было бы. Блин, этот не уйдет, эти два вперед пойдут, правильно же, я понял. Я уже даже не смотрю, понял. Сука, все, я проиграл. Да ёб твою мать! Мне кажется, тебя нагибает. Сука, такая тупая игра, блядь, такая легкая, я не могу в ней выиграть. Это какой-то бред, на. Въебать тебя ключом, раз... Рахита? Или я Рахита, блядь. Так, а ну. Соберись, тряпка. Ах ты, сука.
Ха. Соснул в подарок, нах. Вот, сука. Как так, блядь, он... Это пиздец, Слай. Ёбаный нахуй. Да, так возьми уже подсказку, блин. Чисто ишак. Ты тебя сейчас... Клюв твой тебе в зад запихну. Да мы хоть одну загадку сами решим. Что такое? Это есть подсказка? А, можно типа просто игру пропустить. Да я помню, ёп. Да это, сука, игра... Мини, вернее, игра, это, бля, вообще, это ж, бля, гайки, да? Блядь, три только, да? Ну тебе надо... Блин, оно? Я сейчас опять подскажу что-то. Не, был другой выход, намного ярче, конечно. А, нет, не получилось бы все равно, как я хотел. Ладно. Так. Получается, мне сколько надо? Четыре хода, да? Он успеет? Что, я вот этим пойду? Раз, один, два, три, четыре. Три, четыре. Да, до хрена, конечно. Не попробуешь, не возможно. Не, он за два хода меня въебет, походу. Или нет? Ай, блядь. Сколько там нахуй той жизни? Не, он не успеет тебя вздруг. Он сейчас... Подожди. А, или да. Не успеет, ты выиграешь. А, нет, собака, он... А, нет, чё, как он? Он не успеет. Вот сука. А, собака дикая. Просто именно черт балабановский. А если ходить туда-сюда, он тоже будет ходить туда-сюда? Наверное. Получается, и он нихуя сделать не может, и я нихера сделать. Пока мисс, да. Ой, я придумал. Вот, сука, тоже прохавал. Я хотел этим пойти до самого конца и в угол его поставить. Да, это ж под компьютер долбанный. О чем ты говоришь вообще? Все, он выебал. Пиздец. Да все, ебал я в рот, нахуй эту игру. То ли я, блядь, с тобой лыжник, нахуй. То ли лыжи не еду. Все, иди нахуй. Иди нахуй просто. Сука, я этой чайке рот топтал. В курсе? Я ее маму ел. Нет, и маму его ел, и яйца его братьев ел. Яйца его ел. Ну так, немножко так. Смотрите, чайка в ахуе, типа, как ты выиграл. Еще тебя его обозвало, было в балу какой-то. Давай, воробей, блядь. Тупо замут. Цыганский. А как он плавает? Ну, в нем воздух. В нем воздух? Ну да, из-за этого он плавает. Открывай. Вот, а. Ты откроешь, он утонет. Ну это логично. Это что за приколы? А что это такое? Какой-то подводный корабль, типа. Да, подводный корабль, понял. Ебать, Yellow Submarine. Вон камень, да, вот сюда. Да я уже догадался. Какой ты догадливый. Да, надо убрать низу, только с крабиками что-то не видишь, не удалось. Ну, потому что это слишком тяжело. Для моих мозгов, да? Да.
Так, сюда на. Сюда на. В рот на. Ой-ой-ой. Где-то мне насыпало это каша. Ну. Все, мы забрались. Нифига себе. Ты шо, ты шо? Ну, перебираемся в подводный мир. Я думаю, что это такое? До сих пор гоняется. Да. Довольно-таки интересно. Да, довольно-таки неплохо. А мой брат так и понял, что оставили, да? Да ладно, что его забирать еще. Я бы тоже оставил бы. Да, особенно папа? Двоюродного. Что ты сказал? Я бы тоже оставил бы, особенно двоюродного. Ну я услышал, что ты сказал. Ты что спрашиваешь? А мы чика мама Нина? Понятно. Чика мама Нина. Да. Речь ты Манелла. Вот, тут еще и свет провели, понял? Так это, наверное, нижний уровень бикини ботана. Да. Блять, догадайся, что там ткнуть надо 10 раз. Так, а куда эту кнопку надо использовать? Что это за шпинка, ну? А, это может ту херню, которую мы сейчас видели, ну? Повыше. Ван? Не, вот сюда. Блять. Да папа? Да, Каброныч, блять. Теперь закрывай, а потом достанешь. Не-не-не. Когда красная херня, да, вот сейчас закрывай. Чпоньк на. А теперь доставай оттуда. Ебать, что это за жижа? Не знаю. Цвяток какой-то. Цвяток? А, да, это может в люстру надо засунуть, понял? Ты понял, да, я рассказываю? Не понял, честно говоря. Сейчас я тебе объясню. Зачем она в люстре? Ну не знаю. Не понимаю, еще фиолетовую там типа выращивать. Вот что-то. Сюда. О. Фиолетовую. О, фиолетовую. В натуре. А, это типа будет этот, чтобы громко крикнуть. А, ну да. Бать, они тут придумали вообще, я в шоке. Ну, те, кто мультики создают и игру придумали. Хамичика, мама, так я ж тебе дал эту, ты чё? Нихера себе. Здорово, брат. Хамини флаша? Хамани кубрига флаша. А, надо сложить, чтобы было 6 или что? 6 галочек написано. А что 6 галочек? Не, 6 штук, наверное, не? Или что? Что, просто по очереди их сложить? Наверное. Ну попробуй. Че, пробовать нельзя, что ли? Хотя странно, честно говоря, для этой игры. А, вот тут уже помощнее. А с чего начинается? Начинается. С чего начинается родина? А в какую сторону-то? Я просто думаю, может... Не, наверное, а, я не знаю. А, вот так типа вот. Сокращение, а потом не... Ну, став так. Хрен его знает. Наверное, так. Не. А, может, в обратном порядке? Что, мне кажется, это здесь. А если вот так?
Правильно. Что такое? Вот это мощно, конечно. Да, ты еще хоть куда не шла. А это что? Справа просто полосу ставь. Горизонтальную. Вот эту, да, ставь справа, типа, понял. А что именно так? Ну, тебе полоса плюс полоса получился X, типа, понял? А, я понял, что ты имеешь в виду. Такая тут. Эти перекрестки вот эти вот все ставишь посередине, понял? Да, это же. Не, наверное, это. Что? Наверху типа должно быть? Да, наверное, вот там вот наверху будет. Ладно. Вот так, наверное. По логике. Ее тоже наверх. С левой стороны. С левой. Да, вот тут. Нет, это посередине. Да. А, ну да, логично. Вот это тут, да. Это тут. Еба. Это вы что гоните? Это уже слишком тяжело. Мне с кругами не ладится. Да. А, тут типа цвета. Да? Не, типа... Подожди. Там типа самый обычный голубой. Не так вот? Я, честно говоря, не понимаю, как тут действовать. Ты типа понимаешь или на шару делаешь? Ну как? Как говорится, мозги сами что-то себе придумывают, я пытаюсь. А, подожди. Нет, там было все намного проще. Думаешь? Да. Что? Ну, надо, ты можешь сбить? Ну. Сбивай. Смотри. Короче... Вот этот вот правый, самый нижний. Да. Но. Вот этот. Не-не-не, правый, еще правее. Но. Вот этот, да. Ставь вот тут вот посередине. Вот тут? Не-не-не-не-не, вот тут, да. Но. Вот тут правый верхний самый. Вот это? Да, ставь туда, слева. Вверх. Еще. Вот сюда, да. Потом... Короче, типа как отражение, понял? Делай. Походу так, я думаю. Не знаю, ну говори, я что-то не соображаю пока. Нижний вот этот вот, самый нижний. Но. Да, поднимай вверх. Вот тут вот. Не-не-не-не-не-не-не-не, обратно. Сюда. Там еще слева, да. Левее, сюда, ставь. Правый. А, вот этот бери, да. Ставь сюда. А вот теперь надо разобраться, как тут поставить. Ставь, наверное, вот этот посередине. И вот те по бокам. Я, честно говоря, никакой логикой не руководился. Нормально, ты так логикой не руководил. Спасибо, что у нас хоть на это мозгов хватило. Но. Прям себя дебилом хоть не так сильно почувствовал. Да там просто компьютер играет с нами, поэтому все так понял. Да там, блин, крабиков переводить просто надо. Да тут Skynet долбанный. Skynet, говорит. 100%. О, слышишь, а ты запомнил, что было нарисовано? Может, надо было? Да нет, не запоминал. Ну, ладно. Узнаем дальше. Она сохранилась, как ты думаешь? Не используем пока сейчас. Сейчас. А, он сейчас пощекочет. А, или точно. А он говорил, веник надо, веник, дырник, блин. Ну. Общи. Неприятно. Хорошо, хоть не с той стороны. Еще дед остатки, блин. Ну, дед вообще теперь обязан.
А, ну все, мы прошли, можно сказать, уровень. Мультик. Если у нас они домой пытаются добраться. Не говори. О, белуга слайд. Не везет деду вообще, крайне не везет. Плавал. А он так, он на чиле. Что не в 3D смотрит еще, понял? Чисто дед. Это что же дед там был? О. А то там еще до дома смотри сколько там. Да, репу почесать только осталось. Чиле-мале-кунь. Ой, ладно, ребятки, на этом мы, так сказать, будем прощаться. Так что спасибо, что смотрели. Обязательно подписываемся на канал и ставим лайки. Славик, что-то добавим? Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, которые выходят каждый день в 8 часов утра. Иногда мы еще выпускаем шорты. Мы на них называем шорты. Шорты. Так удобнее будет. Ну, шорты, да, так всегда удобнее. Пишем комментарии, ставим лайки. Пока. Пока.